Ну, огурчики едите. О, Джинни самая О, ты первая. хороший. Гарри второй. Ну чё? Вегетарианка. Морковку ест. И сейчас огурчики будет кушать. Вон, вон. Кушает. Чё, умница какая. А чё, Гарри, а умывает? Спереди до праздника. Наконец-то он поел огурчик. Кушает, умница. Нравятся огурчики. Это для них как и вода, так и еда. Ой, выплюнул что-то. Огурки? Да. В смысле огурки? Вот. Еще выплюнул. Еще будет искать. Что нюхает, сможем? Нюхает. Еще умылся и берет, выбирает огурчик себе. Самый лучший. О, выбрал, взял какой-то маленький. Сейчас съест. Вот, видите? Какие милые. Там сашки. Что снимаешь? Да поем. Он грызет эту тарелку. Ну, нормально вообще. Тебе поесть дали, тарелку грызешь. Гарри. А Гарри так может. Сейчас огурчики упадут. Он огурчики себе вот туда вот в нычку засунул. Гарри. Под палочку. Нет. А Джинни кушает... Ой, упал огурчик у Джинни. Нет. Гарри. Нет. Что за драка там, я не понял. Все это самое. Все. Да куда, Гарри? Ну, злюк. Что да ему, короче, эта крышка не нравится. А давай поставим, как в прошлый раз, с морковкой. Бросил. Он сейчас запер себе, это, по-моему, засунул себе за щеки, сейчас пойдет ныкать. Да. О, бежал. Бежал ныкать. Да. Там все сихарца, короче. Он выплюнул. Сейчас заныкает. Одна только вот девочка такая нормальная, есть себе спокойная, без нычек. Джинни, папа. А тут хозяйственный такой, короче, хоп, кусок сейчас хапанет опять и попрет. Ныкать. Самый лучший кусок. Тоже немного грызло. Че, он же все уберет или он? Ну, тут что-то тоже ныкает там. Умница какая. Кушает, видишь, лапками берет и кушает. Ну, а что такое? Нюхает что-то, нюхает. Что-то учуяло, да? Угу. Вот такой язык. Ищет лучший кусок, который Гарри заныкал. О, он туда понес кусок. Не видела? Да. Сейчас там есть будет. Там его ныкать сейчас будет. Он уже, он заныкал уже. Хозяйственный какой. Сейчас все огурчики закончатся. Сейчас все горит. Вот, хоть она взяла ручку, не кушает. Лапку. Ну, лапками. А тот пытается крышку перегрызть. От злости. Бобер, что там такое? Надо кушать огурчики. Может, его бобром назвать? Да, гены бобра у него, пацана. Ты правильно скажи. Джинни, не обращайте на это. О, нет, тоже грызет. О. Уничтожают. Джинни, они вместе грызут. Да, они захотели, наверное, теперь пластмассу немножко. Чувак. А вот теперь палочка. Заинтересовала. Спасибо. Куда они уже подвели? По-моему, это даже за щеки что-то забил или нет, мне кажется. Нет, это у него лапа такая.
выкидывает все огурцы с этого сала, открывает свою тарелку. Не хочет она огурцы есть. Все это... Давай поставим, как в прошлый раз, чтобы в тарелке, если он захотел ее. Не, стырил, стырил, сейчас пойдет куда. Ныкать, ныкать. Не, он ест. Там стружка на вырос. Ну правильно, поросенок пока не вывали, а и назиись. Так вот, это чисто наши украинские хомяки. О, закопать, правильно, закопать надо нам. Он сейчас металл будет грызть. Вот. Ой, не металл, а вот эту штуку. Домик. Пластик или как-то. Все, по-моему. Да, он все грызет. И туннель грызет. Так, по-моему, идет по нашу душу. Что он делает? Куда это? По нашу душу. Нет. Он пошел в нычку свою какую-то. А там Дженни ест на пороге домика. Ей так удобнее кушать. Ага, ребенок грызет. Машка. Так. Жердяй, чё не ешь? Водички попей, полегчай. Всё, да, надо в домик? В домик, наверное, хочется. Ты только не понимаешь одно, что не влезет. Надо все огурцы что туда положить. Давай вот тарелку. Сюда вот возле водички поставим. Тарелочку. Что ты делаешь? Папа, ты его водичкой испугал. Что ты делаешь? Хищник. Зверёныш. Что он там ищет? Огурец, который сперва его возлюбленного. Пока он там где-то выяснял отношения, за его возлюбленного хорошо покушал. Он взял какой-то огурец. Не знаю, отвернулся. Отвернулся, обиделся. Знаешь, они культурно попой поворачиваться к зрителям. Поворачивайся лицом давай. Живо. О, все. Накушалась ваша принцесса. А Гарри сейчас будет в дом тащить эти огурцы, наверное. О! О! Пошел на второй? Не, он в туннеле кушает. А нет, все, вылезает. Руки моет. Он руки помоет. Привет! Че? А Джинни там в доме. Давай спортом, спортом, правильно. Давай, после хавки надо спортом. Не. Он сейчас по клетке побежит. Надо ему помочь. Тихо, не кричи, не кричи. А что ты ему будешь помогать? Ну, то это убрать. Он сам. Да зачем убирать? Они сами должны приучиться ко всему. Ну, что ты будешь за ним? Все, он спать пошел, нажался. А что, в зеленом домике, что ли, спать нельзя? Нельзя. Он, тут они, снимают. У них раздельная спальня. Чё, а Джинни нашла все нычки Гарри. Ищет все нычки Гарри, да? Наверх. Все, она тоже. О, привет, Гарри, привет. О, привет. Оп. До свидания. Оп. О, о. Давай. Да, молодец. Вау, вот такая скоростная машинка по имени Гарри. Так, за огурцами, за огурцами. Да. Он чувствует, что, короче, там чем-то пахнет. Что он ищет? Ищет нычки. Копает. Любит копать. Грызть пластмассу. Возле огурца. Вот звука, легкие зубы. Папа, здесь непонятно, он огурец грызет или пластик там. Пластик, конечно. Ого. Там маленькие кусочки аж. Она полезла. Нет, смотри. Да, она в туннеле. А, в туннеле, а мне показалось. Вон там в туннеле. Давай без рук. Он выйдет. Гарри выбрасывает огурцы. Джинни, хочешь? Давай без рук. Ой. Сейчас палец свой погрызет. Мяска мой заходи. Ноготь погрызла немножко. Мяска надо тяпнуть после огурчика, правильно? А, если я на ноготь просто немного погрызла. Ты же на одном огурце долго не протянешь. О, вот, все? Это... Ты все? Не, мы так не похудеем, ребят. Да блин, Гарри раскидывает огурцы. Она там кушала. А, не, она там мылась. Показала. Ой, короче, ей впадло так подниматься. Ей впадло подниматься, она... Во, они сами. Так сами они должны это делать. Хорошо, они вон вашу этот самую бумажку погрызли. Вон там. Какую? Ну, которая сзади клетки. Это мы знаем, особенно Гарри, я знаю. Что-то
она любит вот так вот спускаться по лестнице. Толстячок, ты куда? Она не толстая, она худенькая. А вот Гарри пухленький. Все, смоталась. Посмотрите, что Гарри сделал. Иди на второй этаж, наверное, мужик. Иди поспи. Иди поспи. Главное, не лезь к своей этой. Ну что, скажи, не лезь. Природа, скажи. Опять он отвернулся своей попой мохнатой. Гарри, нам очень приятно наблюдать твою полосатую. А ну поворачивайся лицом. Поворачивайся. Вот что-то заныкал нам сегодня. На, водички попей. Не, не хочет. Заныкал что-то в щеки. Да, заныкал. Он не хочет воды, потому что там рогочек. Потому что он в нычку играет. Он сейчас туда копать будет. Вот, ну, ладно, пошел, он заныкает сейчас в домик. Че, он там что-то в углу делает? Ныкает, сбросил огурца, а сейчас еще возьмет заныкает. Вот такая, о, закапываешь. Он сейчас что-то будет либо закапывать, либо выкидывать из домика, он умеет. Ну, правильно, старые вещи. Подметает хозяйственный. Хозяйственный мужик. Он жует. Что-то съел. Ладно, надо забирать у них эти остатки огурцов, не хотят есть. Ладно, то они все равно повянут, пропадут. Гнить начнут. Не переживай, они еще поедят. Да не, гнить начнут. Ладно, вот такое утро в доме Гарри и Джинни. Всем пока. Пока.